Воспитанников Павлодарского дома юношества Жасурпак научили, как правильно нужно готовить буурсаки и самсу. Кулинарными секретами поделились бабушки, которые с удовольствием рассказали об особенностях национальной кухни. Наши корреспонденты попробовали лакомство на вкус. Чтобы блюдо было вкусным, нужно делать его своими руками, советуют девушкам Бахаджамал апа. Тесто для самсы готовят как обычно, а вот начинку каждая апашка любит делать по-своему. Потому и получается выпечка, что называется, за уши не оттянешь. Я как бы думала, что можно из обычного фарша, но лучше, чтобы его перекручивать сами. Я не знала, что туда добавляется картошка. Вот, узнала об этом сегодня. Я думаю, это будет очень вкусно и, конечно же, пригодится мне. А вот к баурсакам подход особенный, оттого и становятся они пышными и вкусными. У каждой хозяйки свои секреты. Самое главное для них было интересно, когда резали баурсаки. Они все взяли ножи, думали, ножами можно резать. А у нас в национальном блюде нож не применяется. И когда апашка, Сауля апашка наша резала руками и бросала наши баурсаки, они такими пышными становятся. Вот это они первый раз узнали. Такое сотрудничество между бабушками и воспитанниками дома юношества постоянно. Народному ремеслу учат, чтобы дети могли социализироваться во взрослой жизни. Конечно, детям хочется и попробовать себя в какой-то профессии, которую они еще не осваивали. Хочется им заработать немножко своих собственных карманных денег на какие-то свои приобретения. Нам вот сейчас помогают. У нас уже 6 ребят работают по направлению от центра занятости. 2 ребят нашли работу самостоятельно по объявлениям. Проект «Дорога предков» нацелен на популяризацию казахских обычаев и традиций. А вместе с этим участники познают и народный фольклор. Ербул Абишев, Самат Оспанов, Марат Игриков из Павлодара, Хабар 24.